Всем привет! Это видео покупок из Фикспрайс. Оно будет из нескольких походов в магазин. Сегодняшний был на 300 рублей. Хочу показать, что я купила. Первое, что я почти всегда покупаю, это кофе Чибо за 55 рублей. Очень вкусный растворимый кофе. И к нему я беру не молоко овсяное, 3,2%. Оно стоило 77 рублей. Из того, что я ни разу не пробовала, это две пачки чипсов с грибами-лисичками и какими-то колбасками с горчицей. Эти чипсы маленькие, 30 грамм по 13 рублей. За 70... Всем привет, я Мила. Расхваленное крем-масло взяла для тела. Очень вкусно пахнет, сладкий миндаль. Его все расхваливают на ютубе. Вот решила взять попробовать. Это для тела и рук. Вот. Кстати говоря, вот этот планшет Милочка очень любит. Вот из Фикспрайса. Мила в него очень хорошо играет. У кого маленькие детки, я советую такой планшет. Так, вот так выглядит баночка здесь. Защитная крышечка. Очень сильно, то есть на таком расстоянии от себя я чувствую, как оно сильно пахнет. Очень вкусно пахнет. Так, попробую текстуру. Ну, текстуру я вообще не назвала бы это, конечно, маслом. Оно вообще очень моментально впитывается. Ну, не жирное, в общем. Не знаю, почему назвали это маслом. Я бы это вообще молочком для тела назвала. Вот, и я всегда беру мыло жидкое для дома детское за 55 рублей. Тут идет литр 25. А в этот раз взяла не детское мыло, а вот такое вот с вот такими вот наполнителями, ароматизаторами, бергамот, вербена. Не знаю даже, если честно, я подумала, это экзотический лайм какой-то. Так, сейчас попробую открыть двумя руками. Ну, пахнет так. Интересный аромат пахнет. Может, тархун мне напоминает. Попробую сразу чипсы тоже. Я чипсы очень редко ем. Смотрите, как их мало, и даже меньше, чем полпачки. Соседи сверлят. Класс. Так, ну что ж. Очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас второй попробуем. Прям пахнет лисичками жареными с луком. Вкусные чипсы. А эти вот такие более яркие. Миле я тоже дам одну чипсину. Эти еще вкуснее. Класс. Короче, за 13 рублей это вообще супер. Мил, тебе нравится? Да. Она маленькая, но одну чипсину все равно я ей могу дать, ничего страшного. Привет. Всем привет. Сегодня 23 число. В общем, следующий день опять у меня поход в Фикспрайс на 738 рублей. Наконец-то я нашла Фикспрайс, в котором есть вот эти вот светильнички. Купила два. Один, может быть, увезу на дачу. Ну, не знаю, может быть, два тут оставлю. По 200 рублей они. Второе было вот такая вешалочка. Очень удобная, с крючками. Можно несколько вещей сразу на нее вешать. Цена вешалки 50 рублей. Дальше купила зеркало. Мне для дачи нужно. У меня там вообще нету настольного зеркальца. Вот я там. В общем, зеркальце 99 рублей. С одной стороны увеличивающее, с другой стороны обычное. Такие салфетки кухонные одноразовые. Но я использую где-то одну салфетку на 3 дня. Мне хватает. Вот, потом я ей вытираю жир со сковороды и выкидываю. Вот. За 99 рублей. Сейчас проверю. Так. Сколько это? Сказка, да, 99 рублей. Вот эта вот спящая красавица. Шарль Перо. Мне, если честно, вот такие иллюстрации не очень нравятся. Мил, дай покажу, дай посмотрим. Мама откроет. Открываем. Вот, смотрите. Они такие очень своеобразные, стилистические, но мне вот такая не нравится. Но ребенок должен разнообразную информацию получать, такие картинки. Вдруг у нее другой вкус, нежели чем у меня. Вдруг ей понравится. Вот, так что
сказки нам нужны новые, так что буду читать. Вот, новая книжечка у нас. Хотя книг еще у нас от племянников много. Наверное, мне надо завязывать с покупками книг. Вот, и из моих покупок еще было вот такое печенье. 25 рублей оно стоило. Ни разу не пробовала, но просто взяла к чаю, потому что у нас сейчас ничего нет. И второе печенье, вот это стоило... Сколько? Тоже, наверное, 25 рублей. А, нет, это трио 12 рублей всего лишь. Кстати, надо было мне побольше взять, оно очень вкусное. И я ходила с моей сестрой, вот она тут занимается. Короче, вот ее покупки. У нее что-то меньше гораздо вышло в чеке, но она не покупала эти лампы по 200 рублей. У нее чек на 300 рублей, 292 рубля. Она взяла вот такие пакеты, это для мусора 60 литров, биоразлагаемые. Да? О, ничего себе, они правда пахнут ванилью, я даже не знала, что такое бывает. А зачем? Ничего себе. Вот, батарейки взяла она за 55. Так, а пакеты почем эти? Какие? А, это мой чек, вот ее чек. Ну, вот эти пакеты. 75. Этажерка 77, линейка для правее 55, пакеты для мусора 50 рублей, сидушка мягкая 55 рублей, батарейки 55 рублей. Вот эта вот сидушка на стул она купила на табуретку. Ей вот такая махровенькая, миленькая понравилась. Штучка на табуреточку она оденет. Вот такие вот какие-то штуки для бровей она купила. Можно открыть? Да. А ты когда-нибудь пользовалась чем-нибудь таким? Слушай, я один раз купила, хотела попользоваться. В итоге она куда-то делась. И все на этом. Интересно. Типа линеечка, как рисовать. Попробуй мне приложить это ко мне. Колбу. Ну, типа вот так. Да, ну, вырисовываешь по линейке. Мы проверим кривизну моих бровей. Да вроде ровно. Можно тут проверять. Нет, слишком сложно, это слишком математично. Алгебраично. Да, вот такие этажерочки. Она взяла, хочет попробовать, влезет ли ей в какую-то полочку угловую на кухне, туда лекарство хочет попробовать расставить. Ну, такая, на мой взгляд, она хлебковатая, но надеюсь, Настике она понравится. Что делать? Смотрите, какие татухи у моей сестренки. Какие красивые. Очень аккуратные. Класс, мне так нравится. И ногти, покажи ногти. Когти. Фокус взялся. Ну, короче, тут такой крестик прикольненький. Вот. Ну, на этом все. И, как я говорила, будет несколько закупок в этом видео. Так что увидимся в следующем. Смотрите, мы включили эти штуковины. На две батарейки пальчиковые. Ну, правда, вот тут на винтик не закручивается, то есть ребенок может это сам открыть. Я очень рада этой покупке, очень довольна. Теперь у меня на фоне будут вот такие вот штуковины. Супер. Ребят, привет. Сегодня 9 марта. Сейчас сходила в Фикспрайс. Купила мне зефир. Нет, зефир не из Фикспрайса. Покажу последнюю закупку вот в этом видео. Так, ладно, с чего бы начать? Купила... Не мешай, пожалуйста. Я не хочу. Купила два вот таких сока дочке. Это про запас, когда едем в дорогу, куда-нибудь с собой взять. Сады Придонья, нормальная фирма. Вот. Так она компот у нас пьет, но взяла про запас, чтобы были соки на всякий случай дома. Две вот такие пюрешки тоже про запас, чтобы были на всякий случай. Когда я что-нибудь не успеваю приготовить, взяла цветную капусту. Она пюрешки у нас ест с удовольствием, так что взяла. И вот такие вот пюрешки две взяла. То, что дает на молочной кухне, она вообще съедает очень быстро. Она по две, ну, по одной вот такой большой в день, в общем, 200 грамм может съесть за один раз. Она обожает фруктовые пюрешки, и я тоже их люблю. Вот взяла две штучки по 25 рублей. Следующее, что я взяла... Это вот такой от Кампино нежный пудинг. Два карамельных и два ванильных, но ванильный один я уже съела. Они очень жидкие, вообще не сытные. Вот, так что ими не наешься так, как десерт, можно сказать. Из продуктов еще взяла вот такой чай Нури в треугольничках.
Там более-менее листочки лежат такие симпатичные. Хотел сначала Липтон взять, но подумал, зачем мне брать Липтон, если там как пыль какая-то внутри, а тут в треугольничках все-таки видно листья чая. Дальше из продуктов. Дальше из продуктов взяла вот такое суфле, типа птичье молоко. Называется «Птичьи сказки». Оно, конечно, не суперское по вкусу, не прям как классическое птичье молоко, а более такое, как бы, как суфлейное. Ну, не знаю, как описать. В общем, ну и цена у него, в общем, недорогая, поэтому к чаю взяла, сойдет. Еще одна покупка. Как обычно, взяла не молоко. Я его обожаю пить, потому что от обычного молока коровьего у меня шелушение появляется на коже. Для дома взяла вот такие ватные палочки Aura Classic. Они достаточно крепкие, вот эти пластмассовые палочки, мне нравятся. Для дома еще взяла вот такие пакеты на завязочках сиреневого цвета. Тут 15 штук. Еще из продуктов взяла вот такую сгущенку за 27 рублей. Когда дома кончается молоко, Костя с кофе будет пить вот эту сгущеночку. И в прошлый раз я брала вот такую гречку за 25 рублей, 5 пакетиков по 80 грамм. То есть 400 грамм гречки за 25 рублей в пакетиках. Мы ее уже варили, пробовали. Нам очень понравилась, хорошая гречка. Черненькие зернышки вообще не попадаются, так что всем советую. Классная, дешевая гречка. Так, из продуктов все. В подарок взяла в этот раз две вот такие книжки картонные. У меня уже дочка картонными не интересуется книжками, уже она взрослые книжки длинные любит. Вот, а это мы для малышки взяли. Кстати, вот эта сказка очень классная, «Лисичка со скалочкой». Я ее все лето Милочке рассказывала, вот, а теперь мы такую книжечку купили на подарок. Такую книжечку взяли, и вот «Балу принцесс». У меня дочка очень любит принцесс, вот, и так что, думаю, та девочка, которой мы подарим эту книжку, ей тоже, надеюсь, понравятся вот такие картинки. И последняя покупка на сегодня была две вот такие цветные бумаги. У меня у Милочки скоро день рождения, и я буду делать треугольные флажки. Думаю, мне пригодится. Это самоклеящаяся бумага, вот тут такие пастельные цвета нежные. Из пастельных цветов, оказывается, тут только, можно сказать, вот этот розовый и голубой по два листа. Вот, а эти более яркие такие цвета, мне не нравятся они, если честно. Но, надеюсь, потом для каких-нибудь аппликаций Милочки они пригодятся. А у этой бумаги вот такие цвета. Из этих мне нравится вот этот, ну, золотой не очень, но более-менее золотой, голубой и фиолетовый. А вот красный и оранжевый мне не нравится. Ну, тоже, я думаю, дочке потом в будущем пригодится. Цена этих бумаг по 55 рублей. Мне кажется, это хорошая цена для самоклейки. Вот такие у меня были покупочки. Надеюсь, вам понравилось такое длинное видео с большим-большим количеством покупок из магазина FixPress. Приглашаю подписаться на мой канал, заходите, у меня много интересных видео. Всем пока-пока!